Так, счет 4-2. Единорожка, посмотри. У кого из нас есть парень? Я сейчас спрошу у Сири. Ну, прости меня. Это так стыдно. Хватит храпеть. Вы... Я сама не знаю. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы на нашем канале. И сегодня у нас видео «Кто из нас?». Мы недавно проводили опрос в нашем Инстаграм. И наши подписчики отвечали на них. Вопросы были такие: кто из нас больше делает? Например, кто больше ест, кто больше спит, кто больше гуляет и все. Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы нас знаете. Я здесь буду записывать, сколько раз вы угадаете. Ну что, поехали? Перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, а также Инстаграм, лайк и многое другое. Все ссылочки в описании. А мы начинаем. И первый вопрос. Мы вас спросили, если вы хотите играть в игру «Кто из нас?». 98% ответили «Да». Итак, следующий вопрос такой. Кто же из нас дольше спит? А как вы думаете, ребят, вы угадали? Да, вы угадали. Да, ребята, Маргарита спит дольше всех. Я ложусь очень поздно, и поэтому я и встаю очень поздно. И следующий вопрос. Кто из нас лунатик? 68% думают, что лунатик — это Ксюша. И вы угадали, ребят. Да, я иногда хожу ночью. То есть я сплю и хожу. Сама я это не помню, родители мне это говорят. Мама так проснулся, Ксения там стоит. Мама так: ты чё? Она так, Ксения так: ничего, и пошла. И следующий вопрос был такой. Кто из нас любит делать уборку? Будинерова. И 60% ответили, что Ксения. Это правильно, Ксения всегда, она у нас везде убирается. Поэтому, ребята, вы получили еще один балл. Вы угадали. У вас уже 3 балла. Это очень хорошо. Ну, подождите, впереди еще очень много вопросов. Поехали. И следующий вопрос. Кто не может прожить ни одного дня без сладкого? И тут, ребята, вы ошиблись. 61% проголосовали для меня, что я ни дня не могу прожить без сладкого. Но в самом деле это Ксения. Да, я везде еще сладкая. Так что, ребятки, один балл нам. Счет 3-1. Вот первая ваша ошибочка. Ну что, следующий вопрос. Кто из нас больше говорит? Вы выбрали почему-то Маргарита. Вообще-то у нас Ксюша очень много говорит. Так, она влазит в любой разговор. Ей везде нужно ставить свои слова. На русском она мало говорит, но по-немецки это просто... Так что, ребята, еще один балл вы не заработали. И счет у нас 2-3. Ну, следующий вопрос, это очень легкий. Кто из нас больше смеется? Я сама не знаю. Ура! Вы проголосовали за меня. 66% проголосовали за меня. Так, счет 4-2. Единорожка, посмотри. И следующий вопрос. Кто из нас больше любит американские горки? Это понятно. Вы отдали 52 голоса за Ксюшку. То есть 52%. Ну это не так. Это я просто бешеная. Я вообще-то не каталась на настоящих американских горках. Где вот здесь вот такие вот петли есть. Мне это очень нравится. И я хочу покататься на взрослой американской горке. А мне такие аттракционы не нравятся. Мне нравится выигрывать игрушки. Так что балл не заработали. Счет 4-3. Следующий вопрос. Кто из нас больше слушает музыку? И тут 79% проголосовали за меня. Ну, ребят, из нас больше слушает музыку Ксения. Она скачивает музыку с Ютуба. У нее очень много музыки в телефоне. Так что, ребята, опять один балл уходит нам. Счет сравнялся. Но ничего, впереди еще очень много вопросов. И следующий вопрос. Кто из нас прячет носки под подушкой? 59% за Ксюшу.
Ребята, я это не делаю никогда. Это Маргарита, она туда в тумбочку носки грязных прячет, туда в подушку. Мне иногда бывает по 3-4 пары. Ну вот я вот такая. Что твой любимый носок? Я снимаю носки и сразу под подушку. Чтоб потом утром вставать, брать носки под подушку, потом надевать их. Это вот моя самая вредная привычка. Ну простите меня, это так стыдно. И опять ребята, вы не заработали, вау. Ну что, следующий вопрос. У кого из нас есть парень? Что? Ребята, это была шутка. Ну вы проголосовали почему-то за меня. Это потому что я старше? Так что, ребята, это была просто шутка. Мы еще маленькие, у нас нет парня. Мы не принимаем этот вопрос, это был вопрос просто так. И следующий вопрос, у кого из нас больше друзей? Вы ответили за Маргариту. 65%. У Маргариты больше друзей. Она везде со всеми дружит. С Ксюшей все хотят дружить, но почему-то Ксения не хочет с ними дружить. Так, вы угадали, вы зарабатываете балл, так что 5-5. Счет сравнялся. Следующий вопрос, кто из нас чаще остается один дома? И вы проголосовали за меня. 72%. И это правильно. Я люблю оставаться одна дома. Тишина, спокойствие, делай что хочешь. Так что вы угадали, еще один балл. 6.5. Следующий вопрос, у кого из нас больше приложений в телефоне? Упс, сейчас проверим. Честно, мы не знаем. А я знаю. Ну, вы ответили, что больше у меня. Сейчас мы посчитаем. Я сейчас спрошу у Сири. Сири, ¿cuántas aplicaciones yo tengo? De acuerdo. Aquí tienes App Store. Сири не знает, так что я сама буду считать. У меня 49 приложений, я сейчас одну скачала. А у меня 60. Ну там очень много игр, которые Карлина скачивала, и ты, и да. В общем, ребят, вы угадали, вы проголосовали за меня. Еще балл. 7.5. Так, следующий вопрос, кто из нас говорит во сне? И 68 проголосовали за меня. 68%. И вы угадали, ребят. Да, я говорю во сне. Мало того, что я хожу во сне и даже говорю во сне. Еще один балл подписчикам. У вас уже 8. Следующий вопрос, кто из нас ночью храпит? Ребят, вы за меня проголосовали. Откуда вы знаете? Вы, наверное, слышали, как я храплю. Ну, я, конечно же, не храплю, как папа наш. А я хоть немножечко вот так... Совсем чуть-чуть, потому что Ксения мне всегда говорит... Она меня всегда будет и говорит, хватит храпеть! Так что вам еще один балл. Следующий вопросик, кто из нас больше плачет? И вы ответили, что плачет больше Ксения. 59%. Да, ребята, Ксюша плачет больше. Иногда даже из-за всяких пустяков. Да, я плачу. Папа, купи. Угадали. Следующий вопрос. И следующий вопрос. Кто из нас больше любит суши? И вы здесь почему-то выбрали Маргариту. Маргарита не любит суши. А я их очень люблю. Я их тоже кушаю, но я... Не настолько их люблю. Я лучше кебаб съем. Так что, ребята, вы не заработали балл. Запомните, Ксюша у нас очень сильно любит суши. Так, а мы идем дальше. Следующий вопрос. Кто из нас любит плюшевые игрушки? Вы проголосовали за Ксюшу. И вы угадали. Я обожаю плюшевые игрушки. У меня вся кровать забита ими. Я больше подушки люблю. Смотрите, один подушка. Два подушка, три подушка, четыре подушка, пять. У меня только один единорожек. И все вот. Мой любимый. Без него мне никуда. Посмотрите, он такой плоский даже стал. У него вот тут нет ваты. Вся вата вот тут, потому что я всего не могу. Так что, ребят, вы угадали. У Ксюши плюшевая. Вы заработали балл. Ну, вы выигрываете 1, 2, 3, 4. Вы ответили на 11 вопросов правильно. Кто из нас больше смотрит сериалы? Ну, это был очень легкий вопрос. И 86% проголосовали за меня. Это правильно.
Да, ребят, я очень люблю сериалы, особенно сериалити. Осталось пару вопросиков. Следующий вопрос, кто из нас больше дерется? Почему-то вы ответили Маргарита, хотя дерусь больше я. Ребят, в этот раз вы не угадали. Ну что, последний вопрос. Кто из нас подбирал жвачки на улице и жевал? Вы. Вы ответили 63%. Да, Ксения. Ксюша, красота. Ну или Ксюша. Вы правы, Ксения. Что это означает? Ксения всегда, если она видит на полу жвачку, она будет... Ну это она когда маленькая была. Карлина тоже так делает. На камеру нашла жвачку, взяла камень, мне близко будет. Я тебя люблю. Я больше так не делаю. Ну симпатика. Надеюсь. Да. Так что, ребят, вы угадали. Ну что, подведем итоги. Вы угадали 13 правильно и 7 неправильно. Молодцы, ребят, вы нас очень хорошо знаете. Теперь узнали больше. Ну что, ребят, мы надеемся, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки. И подписываться на наш канал. Всем пока! Пока-пока!